Всем привет! Вы на канале «Современные родители». Сегодня я представлю вашему вниманию обзор на утюг Tefal FV2674. Для начала рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Об актуальных ценах и наличии в магазинах вы узнаете, перейдя по ссылкам в описании видео. Буду рада, если вы поставите лайк этому видео и поделитесь своим мнением в комментариях. Начинаем! Поворотный переключатель с пиктограммами поможет легко выбрать нужную температуру, исходя из типа ткани. Под рукой удобно расположены кнопка подачи воды и бегунок регулировки пара. Утюг мощностью 2500 Вт без труда справится с самыми сложными заданиями. Благодаря функции вертикального отпаривания можно, например, отгладить и освежить шторы, не снимая их с карниза. Для жидкости есть плотно закрывающийся резервуар емкостью 270 мл. Система автоматической очистки от накипи продлит срок службы устройства и облегчит вам жизнь. Быстрое и эффективное глажение с удобным утюгом Comfort Glide. Безупречное скольжение, улучшенная производительность, превосходный комфорт и усовершенствованные функции в одном утюге для легкого глажения и потрясающих результатов. Мощный утюг для большого количества белья. Специально созданный для больших объемов глажки новый утюг Comfort Glide принимает вызов с великолепными результатами и массой дополнительных функций. Создавая быстрые и эффективные результаты, технология Duralium добавляет два дополнительных инструмента для улучшения качества глажения. Паровые отверстия распределены по всей поверхности подошвы утюга для максимального распределения пара и превосходного скольжения. Постоянный пар 40 грамм в минуту обеспечивает превосходные результаты при глажке, в то время как паровой удар в 150 грамм в минуту разгладит даже самые сложные складки. Утюг Ultra Glide – твое оружие в борьбе с большими объемами глажки. Технология Duralium для максимального распределения пара. Технология подошвы Duralium обеспечивает максимальное распределение пара и непревзойденное скольжение, благодаря чему каждое глажение становится простым и приятным. Максимальное распределение пара для эффективности глажения. Паровые отверстия, распределенные по всей поверхности подошвы утюга, позволяют достичь максимального распределения пара. Функция капля-стоп для защиты тканей. Функция капля-стоп предотвращает попадание капель воды на вашу одежду во время глажения. Я проанализировала отзывы реальных пользователей и нашла несколько отрицательных. Пар подается сразу сильно. Тяжело открывается крышка для залива воды. Кнопка парового удара находится снизу. Быстро заканчивается вода в резервуаре. Теперь речь пойдет о положительных отзывах, которых оказалось немного больше. Хорошо гладит. Скользящая подошва. Удобен в эксплуатации. Вертикальное отпаривание. Легкий. Нагревается быстро. Удобно наливать водичку. Шнур достаточно длинный. Низкая стоимость. Благодарю за просмотр. Не забывайте, что ваши лайки и комментарии – это лучшая поддержка для меня. Напомню, что ссылки на выгодные предложения о покупке я оставлю в описании под видео. А чтобы не пропустить выход новых видео, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. На этом у меня все. До скорых встреч!